ощущение здоровья, эмоции. Говорит, если человек часто сексом занимается, у него все хорошо, нормально, цвет лица. Секса не очень, ну как бы бывает разок в неделю, может быть две. Ну нормально, если человек чухает. Вот когда у него секс бывает раз в полгода, в год, а то и реже, это, ребята, беда. И говорит, знаете, вот я столько лет профессором будучи, я могу посмотреть на человека, то есть знать, сколько примерно у него дней, раз там в неделю секс бывает. Да это кто молодой человек, вы хорошо так выглядите, секс там раз в неделю где-то, ну да, раз-два. А вот вы такой счастливый, говорит, у вас, наверное, секс, говорит, блин, каждый день. Он говорит, нет. Студент лидер, нет. Говорит, ладно, раз, три раза в неделю. Да нет, говорит, нет. Говорит, слушай, а что ты такой счастливый? У тебя как редко, ну, типа, раз в месяц, он говорит, нет. Говорит, ну как, куда? Ну, понимаете, профессор уже неудобно, он уже слегка теория его проседает, человек счастливый, секса нет. Говорит, а как, товарищ? Он говорит, ну, раз, наверное, ну, год. Он говорит, как? Что ты такой счастливый? Говорит, так сегодня будет, понимаете? Это папин любимый анекдот, единственный, рассказывал. Папа со студенческой скамьи помнит. История. Значит, Новый год, вот этот Новый год я встречала на пляже. Звучит романтично, но было холодно. Пляж как бы зимний. Все ветки, все класс, хорошо, там кто-то пьет, пахнет нежно. Зимний, да, это не в Англии было. Да. Вот, получается, на берегу камни. Англия, остров, все, да, классно, хорошо, но океан холодный, купаться нельзя. Все как бы идут на пляж, почему бухать? Все пьют фейерверки. И тут я смотрю, один парень к нашей толпе прибился, ну как, кто-то его знает, да? И он такой стоит, что-то как-то курит, и у него, я вижу, ну течет кровь по руке. А я просто в тот вечер особо еще не пила, ну как бы только начало. Я говорю, слушай, а что с пальцем? Он такой, да, говорит, знаешь, фейерверки, когда запускаешь, нужно быть аккуратным. Говорю, да, ну вот я как бы теперь тоже знаю. И у него капает кровь, понимаете? Я смотрю, такой, что делать? Он говорит, слушай, нет салфетки? Я говорю, есть, а у меня с собой, ну понимаете, Новый год. Понятно, у меня с собой сумки, перчатки медицинские, там всякие штучки, даже от ожогов есть за это пластырь. Я ему могу сказать, понятно, что у каждого есть. Я тут большую тусу, где пушка, народ там пьет. Понятно, что кто-то чего-то где-то ударится. Мне больно, блин, на это смотреть, я помогу. Ну ладно, ну что там? То есть ты предусмотрительная? Я ему мотаю палец, это да, все нормально, почерил. Он такой, боже, класс, замечательно, а ты чей? Ну ты прям как врач, я говорю, да. Он говорит, серьезно, ну, блин, говорю, что у меня с тобой мы были перчатки? Ну, логично, ребята, ну, медицинские, понимаете? Он говорит, слушай, класс, круто, типа, зайди, говорит, ну, а какой врач? Я говорю, ну, вообще ветеринар. Я говорю, то, что типа, ты, как бы, ну, быдло, напилось животное, не, не важно. И, в общем, история идет дальше, что он отходит, нашим друзьям говорит, все, класс, хорошо, а тут у нас с нами врач, ребята. Я такая думаю, блин, ну, не надо как-то сейчас что-то серьезное случится, а я, ну, какой я врач, ребята, я фотограф. Через минут 20 на один из наших товарищей начинает чихать. Ребят, чихает ненормально. Он чихает, чихает, и распадает, он не успевает воздуха набрать, чтобы перестать чихать. Но я думаю, ну скорее всего, шок какой-нибудь. Знаете, вот когда аллергический шок у них раздувается, им херово. Что делать, я не знаю. Я говорю, девочки, подружки, что я? Говорю, нет, говорит, кокаин. Ну, вечеринка в Англии, всегда кокаин много, дешево очень. Всегда где. Да, я просто узнавала, можно такое сказать, мне я узнала, что в Украине это дорого. 1 грамм там лет 5 назад что-то там где-то 250 баксов стоило. У нас хотел один музыкант, мы не дали. А в Англии это 50 долларов, ну что это для Англии? Все, в общем, пальчик перебрал кокаина. Перебрал кокаина до такой степени, что он не может нормально, он чихает. А я, знаете, я не знаю, что делать передозом кокаина. Ну я не знаю. Говорю, ну наверное, погублю. Ну так что воды попей. Слава богу, ему стало лучше. А у меня был такой вопрос. Ладно, просто я помогла с пальцем, да? Это с кокаином. Но вдруг у него не полушила, думаю. Вот я реально думаю, пойти домой погуглить, как помогать при передозе, например, кокаина. Люблю гуглить, капец, интересные всякие вещи. Честно говоря, а знаете, интересно, я людям часто помогала, как что такое, а вот кокаин, как помогать при передозе, я так и не посмотрела. Я вот не знаю, типа, почему этого не сделала. Я реально узнаю всегда все эти штуки, да, там, кого. Смертельский шок, там. Спасибо. Поем. Можно на корейском? На корейском? А я учу корейский, что зря я поучу, блин. Ну можно, даже интересно. Первый раз я в этих стенах песня на корейском. Да. Второй. Девочки, перевод. Все, я вспомнил, переводчик. Ее здесь нет, она нет.
печально. Не до помощи пульте, и это слыки, но и море свои на это и не слыкем. Печально не мой прохлом. Спасибо. Я тихо шла, 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 ты должна шла, я села, поела, вот так.